Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода. Что скрывается внизу? Вот я вижу там леопливердончик, да? Да, такой фиолетовенький, с зубами торчащими наружу. Это именно он. Ну и давайте же вступимся именно туда. Так, что у нас здесь есть? Ну, здесь легко разобраться можно. Блин, хотелось бы взять простых амфибий легендарных, но, пожалуй, мне кажется, не затащим. Ну, сейчас посмотрим. Ну, предлагаю таким вот набором попробовать. Саркозаук. Ой, мой первый, наверное, легендарный, которого я вкачал на 40 уровень. Ну, точно первая амфибия моя. Любимый мой саркозух. Он очень хорошо так прорисован и выглядит. Так, мы спокойно два удара выдерживаем, потому можем себе позволить не защищаться. Так, хорошо, давайте так. Один у него, два, три. Атакует на три, но два мы выдерживаем. Ха-ха, у него по нулям. Значит, мы сейчас его съедим за три удара. Раз, два, три. И раз, два. Али, оп. Нас ударили сразу на три. Хорошо. Раз, два, три. И три сохраняем. Так, ну остался Таникалагреус. Так, и он забоялся, он не стал нас атаковать, а, кстати, у Диплотатора атака слабее, чем у Карнораптора. Так, а чё я парюсь? Давайте вот так. Ха! Шестерочка, ребятки, прошла. Ахтун. В общем-то, да, легко, мы справились. Двумя обычными амфибиями справились с такими мутантами по 3 и больше 1000 жизней. Ну, неплохо. Неплохо. Нам даже не понадобился третий. Отлично. Я доволен. Так, теперь что у нас здесь есть? Так, у нас здесь есть пристазух. Ну, пристазух это такая... такая штука. Так, так, так. Кого будем брать? Будем брать... ну, на, пожалуй, возьмем его так. Там по 1000 удар, по 1000 удар. Можно взять еще амфибий обыкновенных. Ну, давайте так попробуем. Там попробуем, наверное, вовремя подмениться, чтобы Зухариптор остался цел с пристазухом. Тогда у нас будет все в порядке. Так, 800, но 3 удара мы не выдержим. Но 2-то выдержим. Так. Давай, он защитился. Пять ударов, думаю, пора подмениться. Атакуют всего лишь на один. Жесть! Атаковал на один и убил. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Вот, а что случилось? Он, блин, вот гад. Вот гаденыш. Сейчас у него сколько? У него 8 баллов. Нам сейчас каюк. Атакует на 6 из 8. У него осталось еще 2 балла. Так, что-то мы попали. Так, у него еще 2 балла-то осталось. Но он их поставил в защиту.
Но он сейчас подменится на остапозавра, и нам каюк. У него 5, он меняется, у него 4. Ам атакует на 2. Так. У него 5. Он подмен... Блин, я тут отвлекаюсь, не помню. Так, у него было 5 или 4? И он походил на 2. У него осталось 2 или 3? 2 или 3 осталось. Так я его хоть так не смогу. Так, раз, два, раз, два. 1 балл! Оу! Все. Все. Нам каюк. Ху! Вот это он намудрил. Ну, что поделаешь, да, он просто все баллы. Ну что поделаешь. Так, давайте будем тогда вступать в бой тяжелой артиллерией. Так, вот так, вот так. Ой, возьму летуна легендарного. Вот Диморфодона, например. Так, ну что, гаденыш, он тут охитрит, любит. Атакует на 2, ну на этот раз обошлось без хитрости, так сказать. Ну, мне приходится атаковать на 3, но он сейчас полностью откроется перед нами. Ну, я имею в виду, спинораптор откроется, наверное, перед нами. Он атакует на 1. Так, сейчас будет у него 3, да? Давайте сюда. Ой, 4. Вот это, вот как он подло поступает. У него 3, он сменился. Атакует на 1. У него осталось 2 балла еще, ребятки. Но мы сейчас с ним справимся. Раз, два, три. И раз. Два. Он не поставил защиту. Ну, не, один поставил. Ну, ладно, ладно. Но один балл перенес, смотрите. 5 баллов. Ну. Хитер. Атакует на 3 из 5. У него осталось 2. И это его не спасет. И снова, смотрите, один балл опять перенес. Остался еще один нам бой. И что же у нас здесь такое? Так, ну возьмем крутозавра одного. Так. Крутозаврика возьмем. Че, взять еще легендарного летуна какого-то? Да. Не, можно взять травоядных. Почему? Чего не взять травоядных с нами? Вот так. Думаю, справимся. Если крутозаврика нашего не профукаем, то все у нас будет шоколад. Так, у него 39-й крутозавр. Это он, значит, бьет больно. Он сейчас подменится. Подменился. Ага, на это. Остался 1 балл у него. И атакует. Ничего себе он проатаковал нас. Давайте так пробовать. Он снова, смотри, он не защищается.
У него было 5 баллов. Давайте сделаем вот так. 3 балла в защиту. У него 6. Атакует на 6. Ха-ха, я его подловил. Проатаковал на 6 и полностью открылся. А? Давайте даже так сделаем. Не знаю, правда, против крутозавра моя защита ни о чем. У него удар... Надо было 3 в защиту ставить, чтобы точно выжить. А 2 это так. Ненадежно. Очень ненадежно. Ого, фартануло. Как нам фартануло, ребятки. Так, у него остался 1 балл. 1, 2, 3. Сразили, 1 балл добавили. И вот так. Я бы вот, знаете, дейнахером Традона завалил бы. Вот это было бы круто. Было бы круто. 4 балла. Атакуют на 1. Это подло. Это очень подло. Давайте так сделаем. 3 в защиту поставил. У него 4 балла. Ничего он не захотел делать. Ну, жаль. Он, наверное, поставил их в защиту. Ну, сейчас попробую проатаковать на полную. Проатаковать Дейнахейра. 3 удара. Хватит, нет? Хватило. О, yes. Мы наказали. Ну, такой вот, в общем-то, у нас получился бой. Несложный и нелегкий, довольно интересный. И мы получаем Лео Плевродончика. А главное, гены. Гены. И Лео Плевродончика. Так, так и так. Ну что ж, наверное, на этом тогда все. До новых встреч.